Вот грузовик. И на нем мы сегодня поедем, друзья мои. Это ETS-2. Повезем мы сегодня с вами самый тяжелый груз, который есть в игре. Где-то 85-90 тонн. И что здесь интересного сделали? Здесь добавили, во-первых, анимацию этого груза, как его крепят, как его грузят, прикрепляют, закрепляют, проверяют. То есть есть там люди, они анимированы. Конечно, еще деревянненько, но они есть, это уже хорошо. Во-вторых, нас будут сопровождать машины службы безопасности. То есть впереди одна машина и сзади одна машина. И еще мы можем проезжать на любой светофор, на красный, желтый, без разницы, запрещающий светофор. То есть дороги будут перекрываться. Вот мы сегодня заедем, так мы в Санкт-Петербурге, не знаю, как у них там это, МКАД, у нас в Москве МКАД, у них там по-другому называется, короче, на кольцевую дорогу заезжаем. И эти кольцевые дороги будут перекрываться ДПСниками. Это очень направо. Интересно. Ну что ж, поехали. Едем за грузом. И будем посмотреть, как это все реализовано. Погнали. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Как бы вот эта сценка, нам крепят груз, обсуждают что-то, здесь стоит, я не знаю, кто там инженер, вот крепят, вот мужик там что-то делает, колдует над этой, не знаю, что это такое. Ну, как бы вот так, живенько, живенько, добавили людей, добавили, я не знаю, что там, импрессии какой-то, что-то там делают, ну, прикольно, давно надо было так сделать. Людей, конечно, не хватает и рядом с дорогами, и все такое. Так, ну что ж, погнали. Сейчас посмотрим, как перекрывается движение, как идет сопровождение. Знаете, мне это понравилось. То есть, и теперь, в принципе, можно возить тяжелые грузы, и, блин, они дорогостоящие, и так можно, в принципе, хорошо так поднакопить. Хотя у меня денежки уже есть, но все равно это интересно. То есть ты не едешь там за 20 тысяч, блин, рублей, ну, грубо, там, за 100 тысяч рублей, а едешь уже за 1,5 миллиона, да? То есть разница есть большая. Конечно, груз, если вы попадаете в ДТП, царапаете груз, у вас идут тоже большие вычеты. И вот этого делать, конечно, не надо. По физике, что можно, куда ехать-то? А, вот, вон, видите справа желтый автомобиль, желто-зеленый такой, автомобиль сопровождения стоит. Что по физике? Ну, тяжесть, то, что я подцепил тяжелый груз, это чувствуется. То есть, когда даешь газку, передняя ось высвобождается, естественно, и руль становится более легким. Или наоборот, тормозишь, передняя ось загружается, и руль становится тяжелым. Это, в принципе, хорошо, правильно. Еще сделали, ну, когда груз тяжелый, ты ощущаешь его по оборотам. То есть, во-первых, обороты, они очень медленно поднимаются, машина начинает сильно рычать. То есть, вот здесь тоже это хорошо реализовали. Так что, в принципе, груз чувствуется. Можно, конечно, еще руль настроить в настройках, сделать его более чувствительным ко всем там и вибрациям и все такое. И будет еще интереснее. Там уже на любой вкус. Вон, смотрите, чуваки, которые грузили этот груз, стоят, провожают. Ну, тоже прикольно. Сейчас я им посигналю. Эй, чуваки, пока. Да пошел ты нахуй. Сами козлы, блядь. Поверните направо. Погнали. Короче. Так, видите, вот поворачивать очень тяжело. Вот в этом, стойте, еще, ну, они сделали, конечно, минус. То есть вот такие тяжелые длинные грузы легко парковать. То есть можно заезжать, ну, не можно, а заезжаешь только передом. Вот там у вас есть место, куда припарковать груз. Его обустроили так, что заезжаешь только передом. Я первый раз не знал. Развернулся, все, заехал задом, а оказывается, хрен, надо было, ну, никак груз невозможно было сдать.
Надо было просто передом, оказывается, заехать. То есть вот это плохо. Весь кайф-то в том, в чем? Потому что пилот должен показать свой профессионализм. Он должен проехать по узким улочкам, не зацепить припаркованные машины, повернуть в этих улочках, не зацепить припаркованные машины, знаки, светофоры не поломать. Вот в этом весь кайф, профессионализм. А не просто проехать по прямой, там где-то за городом, без светофора, без всего, и прямо встать, припарковать. Но в этом кайфа нет. Парковка тоже, это вот лично моя, это излюбленная, это вот говорит о профессионализме, чтобы не поцарапать груз, не сломать прицеп, сельги, которыми цепляют прицеп. Вот смотрите, красный свет, а мы проезжаем. Видите? Дорога перекрыта, отлично, замечательно, очень даже интересно. Машинка у меня слабенькая, всего 450 лошадей, но ничего, пока тянет. В горку, конечно, только первая передача, по-другому никак. Вот в подъем, сейчас мы будем на МКАД подниматься, только первая передача, вторая не тянет. Чувствуете, как обороты пошли? А когда я выезжал пустой, как на легковой ехал, да, не чувствовалось ничего. А здесь обороты просто рвут. Видите, как тяжело машина надрывается. Ну, надо я еще чуть-чуть усилить затем это. Затем поверните налево. Потому что немножко все равно как бы не сильно чувствуется. Но чувствуется. Приятно. Поверните молодцы. Налево. Вот, сейчас будем подниматься на МКАД. И очень тяжело. Очень тяжело. Только первая передача. И лучше всего лишь, если вы будете где-то там у иностранцев кататься, у них серпантины есть там, горы, сразу остановиться перед подъемом и переключиться на первую, потому что в подъеме вы со сцеплением можете напортачить, и просто вы уже не тронетесь, вы покатитесь назад. У вас даже ручник не удержит автомобиль. У меня уже было здесь такое. То есть я вот один раз пробовал, это я второй раз еду. Лучше вот остановиться, вот видите, даже не переключается иногда, надо со сцеплением поработать. Вот только первая передача, все, остановились, переключились, и горочки подъезжаете на первую, поднимаетесь на первую. Если у вас слабый автомобиль, конечно. У меня слабый, 450 лошадей не хватает, вот минимум 600 надо. 580, ну 600, чтобы такие грузы возить. Усиленный кардан нужен обязательно, толстый, усиленный на спецзаказ. Ну, короче, много переделок надо. Вот мой бы автомобиль, конечно, не допустили бы, конечно, к перевозке груза. Но я настоял, как бы там, конечно, были вопросы, но я это вырезал, но я настоял, что мой автомобиль выдержит. Ну, в принципе, едем. Конечно, и на низкопрофильной резине, конечно, грузовики не ездят там. Ну, прикольно, что. Как бы вот так. Ну что ж, парни, я вам все рассказал. Про парковку рассказал, про анимации рассказал. В принципе, едем, наслаждаемся, слушаем музыку. Музыка у меня только хитовые песни, то есть приятно слушать, едем, слушаем, наслаждаемся. Грузовики самые лучшие, если топовый грузовик, то только на моем канале. Если топовый прицеп интересный, то только на моем канале. Если грузы, то самые тяжелые, негабаритные, тоже только на моем канале. Если песни, то только хитовые. Все, я на этом прощаюсь, всем удачи, парни, всем пока. Просто забыть, что на простыне двое играли в любовь, пока часть-то нет. Я допиваю апероль на пару с водками, а ты глазеешь на закат, там где-то маск летит. А ведь не просто забыть, что на простыне двое играли в любовь, пока часть-то нет. Я допиваю апероль на пару с водками, а ты глазеешь на закат, там где-то маск летит. Ой, думаю, больше нет.
нет твоей кружки. Столько духов тоже нет на подушке. В зеркале ванной больше нету тех писем. На сердце есть шрамы от всех этих мыслей. Но моя молодость, как и твоя гордость, растоптали в щепки наши с тобой мечты. Вроде дали отопление, но почему мне холодно? В сумерках дни летят звезды до весны. Просто забыть, что на простыне поиграли в любовь. А ведь не просто забыть, что на простыне поиграли в любовь. Пока чай стынет, я допиваю апероль на пару с водками. А ты глазеешь на закатом, где-то маск летит. А ведь не просто забыть, что на простыне поиграли в любовь. Пока чай стынет, я допиваю апероль на пару с водками. А ты глазеешь на закатом, где-то маск летит. Вроде бы утро, как утро, и вроде бы день, как день. На кухне все так же посудно. Конечно, пора уже выкинуть вещи. А ведь не просто забыть, что на простыне поиграли любовь, пока чай стынет. Я допиваю апероль на пару с водками. А ты глазеешь на закатом, где-то маск летит. А ведь не просто забыть. Ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Ты лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в моей жизни уже бац и белая полоса. А я прячу под ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Я лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в твоей жизни уже бац и белая. Как же ты меня запутала и свела с ума. За тобой кругами и теперь кругом голова. Жду ответа на свое привет с ночи до утра, но ты молчишь, я грущу, ну как же так? Где ты меня искал, что долго не мог найти? Смотрел не на тех других и сбился твой ориентир. И раз ты судьба моя, давай на удачу. Ты прячешь под ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Ты лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в моей жизни уже бац и белая полоса. А я прячу под ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Я лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в твоей жизни уже бац. Билеты на сеанс кино, на последний ряд. Теперь только лишь найти момент, где поцеловать. От попкорна с разными вкусами лишь остатки. Мои губы соленые тянутся к твоим сладким. Стоп, давай не будем, хотя давай будем торопиться. Скорее влюбиться, нас с тобой закрутит. Тут никак иначе, ты же знаешь, что я. Прячешь под ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Ты лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в моей жизни уже бац и белая полоса. А я прячу под ресницами синие глаза, которые полюбил наивный простой пацан. Я лишь только посмотрела, ничего не сказав, а в твоей жизни уже бац и белая. Thank you.
закрываю дверь квартиры, отключаю все мобилы. Недоступна для дебилов, потому что я влюбилась в тебя. Тупого наглеца, чего же? Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Потому что дура, 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 дура. Я увидела твой взгляд. Эту обратно я забуду взгляд.
А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. А мы строили планы и о чем-то мечтали. Как же забавно сейчас вспоминать эти детали. И ни за что я не начну с тобой еще раз снова. Быть может, потому что не жалею особо. Все было так, как было, и все к лучшему. А ты сотни раз опять своему бывшему. Как тебя еще терпят и как ты еще с ним. Ну а мне хорошо, ведь я. А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. Слушай, забыл еще сказать, а что писать мне не надо. И что ты, что тебя нет, да мне все равно правда. Не знаю, что ты хочешь от меня опять услышать, но знаю точно, счастливые бывшим не пишут. Мне говорили, я не верил этим всем словам. И жалко только, что я поздно это осознал. Ведь от таких, как ты, надо сразу подальше убегать, уходить, но никак не поменять же. Ты скажешь, такой не найти, ну и ладно. Ведь мне такой, как ты, больше не надо. А ты снова пишешь, ведь так плохо с ним. Спросишь, чем я занят, отвечу. А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. А я брожу один по району в старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приехали. Конец пути.